Друзья, здравствуйте! Лайфхаки. Как часто мы слышим это слово в последнее время? Большинство из них смешные и неудачные, но есть те, которые определенно облегчат вашу жизнь. Сегодня мы сделали для вас небольшую подборку лайфхаков, которая поможет вам работать эффективнее. Будьте готовы, а мы начинаем. Thermal insulation. Для следующего лайфхака вам понадобится небольшой кусок термоизоляции из полиэтилена. Если вам необходимо что-то открутить, а под рукой нет необходимого ключа, просто наденьте изоляцию на патрон дрели или шуруповерта. Мягкий полиэтилен обеспечивает высокий контакт с поверхностью гайки, а также не дает ее повредить. Скриц. Вероятно, каждый электрик, владелец компьютера или бытовой техники, сталкивался с главным минусом проводов. Они запутываются. Следующий лайфхак поможет вам избавиться от необходимости разбираться с этим. Достаточно использовать несколько стяжек. Сначала необходимо собрать все выпрямленные провода в пучок с помощью одной стяжки, а потом затянуть еще по одной между каждым проводом. Концы стяжек обрезаются, и вуаля, у вас дешевое и эффективное решение. Шим. Для того, чтобы положить ламинат у стены нестандартной формы, вам не нужно проводить сложных расчетов или использовать специальный инструмент. Просто возьмите доску, приложите ее к стене и очертите форму. В качестве направляющей вам послужит обычная шайба, которая есть у каждого. А даже если нет в наличии, стоит она копейки. Потом просто отпилите по черте. Важно отметить, что вам стоит быть внимательным и использовать уровень для выравнивания. Спасибо, что вы с нами, но канал очень нуждается в вашей поддержке, и простейший способ помочь нам с развитием канала – поставить лайк и подписаться. Также мы читаем ваши комментарии, где вы можете оставлять свои пожелания или подсказать, которые найдутся в каждом доме – прищепка и игральная карта. Достаточно всего прислонить рулетку, а когда предел ее возможностей закончится, прикрепить карту к ней с помощью прищепки. Карта легко достает до самого угла, а место, где остановился ее край, и будет необходимой длиной. Corner Pencil. Далее у нас прекрасный лайфхак для разметки при строительстве чего-либо. Весьма часто приходится работать с угловыми и труднодоступными поверхностями. И тут вам подойдет угловой карандаш. Таким можно обзавестись из магазина, но куда проще и дешевле изготовить его за несколько минут. Вам необходимо распилить карандаш под углом. Потом вы просто поворачиваете кончик так, чтобы он смотрел перпендикулярно ручке. Далее вы просто сваливаете конструкцию. Конечно, с долговечностью тут все не так радужно, но он может выручить вас несколько раз. Такую процедуру можно провернуть еще раз. Только вот ручка будет уменьшаться. Тейп. Если вы когда-либо испытывали трудности с нахождением кончика скотча, вам непременно стоит посмотреть этот ролик. Весь секрет в том, чтобы использовать самую востребованную вещь на стройплощадке – стяжки. Вам нужно просто не очень плотно закрепить ее на мотке и срезать край, дабы не мешал. И теперь каждый раз, когда вы отрезаете кусочек скотча, достаточно просто закрепить край на стяжке. Pipes. Как вы передвигаете тяжелые габаритные вещи? Вручную? Что же, если у вас есть пара труб и ровная дорога, забудьте об этом. Лайфхак состоит в том, чтобы подкладывать под предмет трубы спереди и подбирать их позади. Далее они опять попадают наперед. Такой метод используется уже десятки тысяч лет, только вот вместо труб были бревна. Всего 5 труб достаточно, чтобы нести тяжелые металлические конструкции. Но стоит помнить, что импровизированные катки стоит выбирать исходя из веса того, что вы везете, ведь ПВХ-трубы тут объективно не подойдут. Concrete Pass. А теперь лайфхак для садоводов и дачников. Если вы всегда мечтали про уютную дорожку из камней, вам больше не нужно иметь камни. Более того, формирование такой дорожки становится в десятки раз проще. Просто замесите бетон и расфасуйте по пакетам так, чтобы они были примерно одного размера. Далее с помощью горелки вы можете сжечь полиэтилен и высушить бетон. Для большего шарма можно покрасить и отполировать самодельные камни.
Благодарим вас за просмотр. Надеемся, вам понравилось это видео. Также хотим напомнить, что канал можно поддержать финансово. Ссылка на Patreon в описании. Даже маленькое пожертвование поможет в развитии канала. А пока мы прощаемся с вами до нового ролика.